Перепланировка, перегородки, двери. 15 миллионов рублей из областного бюджета пошли на капитальный ремонт операционных, расположенных на третьем этаже больницы имени Семашко. Хирург Илья Плешаков рассказывает, насколько комфортнее здесь будет и врачам, и пациентам. Вы видите, помещение очень светлое. Солнце не будет мешать, допустим, во время операции. Видите, окна сделаны специальные. Вот. Здесь имеется приточно-вытяжная вентиляция, которая будет поддерживать заданную температуру. То есть обработка вот стен, из каких материалов сделана, обработка стен, допустим, тоже самое большое значение имеет. Ремонтировать оперблок начали в конце октября прошлого года. Теперь здесь три современные операционные для проведения нейрохирургических, гинекологических и экстренных операций. Кроме ремонта в самих операционных помещениях, где сделаны потолки, полы, стены, заменены окна, установлено новое световое оборудование, подумали и об улучшении бытовых условий. Здесь установлены краны, бесконтактные, просто подойдя к которым, хирург может вымыть руки. Хирурги также ждут и новую лапароскопическую установку. Очередь из пациентов на эту процедуру велика, и чем скорее начнутся операции, тем большему количеству людей удастся помочь. Новые, так сказать, технологии в этой стойке – это HD-монитор, HD-камера, там, что будет качественно отражать на наше операционное поле, нашу операционную работу. Третий этаж мы уже сделали, окончив его до Нового года. Сработали очень хорошо, значит, самые современные материалы. Вот то, что не видно для наших глаз, скрыто под обшивками современными потолка, стен, под этими покрытиями. Там очень современная система вентиляции. Она прошла сразу от подвала до чердака и через второй этаж, соответственно, который еще предстоит капитально отремонтировать. В перспективе у больницы Семашко ремонт операционных на втором этаже и обновление фасадов. А отремонтированный блок на третьем этаже примет первых пациентов уже через пару недель, когда в операционные завезут недостающую мебель. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.